18 гимнастических элементов и 7 тренажеров. Современная площадка ГТО открылась в новом городке. Это еще не все. Любителей зимних видов спорта ждет многофункциональная хоккейная коробка. Работы по ее улучшению пока продолжаются. Качество спортивных объектов оценил глава муниципалитета Андрей Иванов в ходе своей рабочей поездки в Никольское. У нас осталось из домашнего задания, как говорят, это привести в порядок хоккейную коробку и заменить там покрытие. Сейчас проектируем, к работам выйдем буквально после зимнего сезона, потому что сейчас уже погодные условия не позволяют сделать это качественно. Так что до лета у нас еще появится там совершенно новая хоккейная, многофункциональная, вернее, коробка с покрытием искусственным. Андрей Иванов подчеркнул, что спортплощадка подходит для занятий разными видами. Это как минимум баскетбол, футбол, большой теннис, волейбол. Посетителям будет удобно, предусмотрено сразу 4 раздевалки. Кроме того, приходить они смогут и в вечернее время. Площадка прекрасно освещается, установлено 4 опоры. До лета площадки будут полностью готовы принять спортсменов. Эмилия Ракелян, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».